Здравствуйте. О мобильности. Платформа, один из предприятий, уже априори в себе содержит все средства для создания мобильного приложения. То есть это не инструментарий, который нужно где-то покупать отдельно, там, скачивать, искать или заказывать у партнеров. Это то, что у вас уже есть, если у вас есть хоть что-то, какой-то продукт, или какая-то конфигурация типовая на платформе 1С предприятий версии 8.3 и выше. То есть это инструментарий уже есть. И также он есть, конечно, у партнеров. И совсем новая такая история, совсем недавних пор, с осени буквально, появился и в типовых платформах, в общих платформах, мобильный клиент. Отличие одного от другого в следующем. Если на платформе создается мобильное приложение, оно работает автономно, оно работает без интернета, и есть случаи, когда используются только мобильные приложения на предприятии, и нет никаких бэк-офисных частей, оно ни с чем не интегрируется, вот все, что нужно, все находится в телефоне и больше нигде. Мобильный клиент требует интернета, то есть там можно, например, ответить на письма, провести какие-то документы и какую-то работу провести, но отправиться это и там какой-то контакт пойдет только когда вы выйдете в зону интернета. Это такой краткий экскурс о технологиях, о которых я буду говорить. Я сделаю такой небольшой обзор тех приложений, о которых мы знаем. Часть из них создана фирмой 1С, поэтому мы про них знаем лучше. Часть создана нашими партнерами, они с нами просто поделились, рассказались, а часть создана непосредственно клиентами, пользователями, и они нам тоже про эти свои решения рассказали. То есть 1С инструментарий, а набор функционала, интерфейс и все прочее от разработчика, который это сделал. Все, что мы знаем, собрано на сайте mobile.1s.ru. Это такой каталог мобильных решений, где в том числе достаточно большой, я бы сказала, наиболее большой по ассортименту набор решений для ритейла и склада, автоматизации непосредственно вашего бизнеса. Наше собственное решение — мобильная касса, о нем сегодня говорилось, и вот Ольга Салимова подробнее рассказывала. Набор при решении для небольших точек, например, решение BOSS, оно создавалось для контейнеров вот на рынках, на строительных рынках или там просто розничных, причем было создано конкретно для рынка привоз, например, оно из Одессы родом, и теперь известно по всему миру, и не случайно говорю по всему миру, наибольшее количество продаж этого приложения происходит в странах Латинской Америки. Там как-то оно совсем нашло свою нишу, создано партнером фирмы 1С, компания Rarus, которая здесь неподалеку находится. Можно зайти, посмотреть, может быть, вам оно покажется интересным. Наше решение совместно с партнером — мобильная торговля, такое более комплексное, с наибольшим количеством функционала. Несколько решений, которые создавались, либо это большое внедрение, в частности «Магнит», это самое крупное по количеству рабочих мест, более 3000 рабочих мест, и с момента его запуска в эксплуатацию очень много публикаций было, и там есть чем гордиться. Это автоматизация не торгового зала, а автоматизация обслуживающего персонала, который занимается поддержкой оборудования в работоспособном состоянии. То есть если перегорела лампочка, сломался холодильник, витрина или что-то такое, сообщение приходит технику, которая обслуживает этот район, и он оперативно реагирует и устраняет. Вообще вот преимущество мобильности в том, что компьютеры есть далеко не у всех, тем более у вот такого технического персонала, наверное, дома нет компьютера, и человек не сидит перед экраном. Даже если у него есть компьютер, он не сидит и не смотрит на него день и ночь, а смс-ками, пуш-уведомлениями, мобильными пользуются все от 5 до, наверное, уже 85-90. Это привычный инструментарий, и если человек с помощью этого привычного ему инструмента еще рабочие задачи выполняет, это ускоряет, преимущество очевидно. Для Вкусвилл интересное решение тем, что оно создано изначально, прототип, владельцем бизнеса. Он сам
имеет опыт программирования на 1С и сделал для себя вот то, что ему помогло работать, и в дальнейшем дорабатывали и расширяли, масштабировали это решение партнеры. Ну и ряд других решений, в частности, наша проверка ценностей интегрирована с кассой. Давайте посмотрим в Вкусвилл, что делает мобильное приложение непосредственно в торговом зале. Использование мобильного приложения на платформе 1С в торговых залах Вкусвилл позволяет увеличить скорость взаимодействия сотрудников, ускорить приемку товара. С этой задачей теперь легко справляются сами продавцы. Оперативно решать вопросы ремонта оборудования. Быстро реагировать на проблемы, связанные с качеством товара. Упростить работу мерчендайзеров. В каждом магазине есть волшебный телефон. Старший продавец, заступая на смену, берет его в руки и в конце смены передает другому. И регулирует все взаимодействие с бэк-офис. Не только у «Магнита» есть решение для автоматизации работы и мобилизации работы по обслуживанию оборудования. Таких решений довольно много в нашем каталоге. И если у вас такая задача стоит, прежде чем искать где-то на стороне решение, я вас призываю заглянуть туда и посмотреть, может быть, где-то под вашу задачу уже есть хорошее решение, посмотрите, может быть, вам подойдет так же, либо партнеры для вас сделают что-то кастомизированное, что-то под ваши требования. Вот прям буквально функционал приложения для «Магнита». За торговой зоной находится склад. На складе также есть чего мобильно поавтоматизировать. Кладовщики, также люди, которые не сидят и не смотрят в экран компьютера день и ночь и свое рабочее время, а сканер, который прикреплен к пальцу, и встроенное мобильное приложение на терминал позволяет получить задачку собрать товар, разложить по полкам. Все довольно быстро и оперативно. Еще раз посмотрим на примере Вкусвилл, как это происходит. Обеспечивать четкую работу склада и оперативную поставку свежего товара в торговые точки также помогает мобильное приложение на платформе 1С предприятия. Оно позволяет контролировать прием, сбор и отгрузку товара, организовывать дегустацию и проверку продукции в целях контроля качества, списывать товар, проводить инвентаризацию, комплектовать палеты перед отправкой в магазин и многое другое. Мобильным приложением пользуются более 300 сотрудников склада. Интерфейс 1С прост и понятен. Новичкам для работы с ним не требуется специальной подготовки. Двигаемся на другую ступенечку. Оптовая торговля, дистрибьюторы. Вот на скриншоте буковки кириллица, но прочесть ничего невозможно, поскольку это монгольский язык, это такой первое из зарубежных использований мобильной платформы у крупного дистрибьютора, который, ну, там решение объединяет и склад, и сеть поставок, и магазины от крупных до небольших лавочек, и все удобно хранится в мобильном приложении. Почему говорю о зарубежном внедрении? В этом случае, конечно, клиент выбирал не между брендами, для него наш бренд ничем не отличается от любого другого, такой же непонятный, неизвестный, наверное, или менее известный, чем в России, конечно же. Он выбирал именно между технологиями и технологиями, скоростью разработки. И, как и многие другие клиенты, по этим критериям выбрал 1С-ное решение. Для заказа товара также есть что выбрать, и посложнее, и попроще, и потяжелее, и по оперативнее. Есть примеры приложений для конкретных, там, для мясного магазина, например, или для заказа пивного пива. Совсем узко кастомизированный. Если обратитесь к этому партнеру, наверняка он и для другой категории товаров сможет подобрать решение. Наше собственное приложение 1С-заказы. Об этом можно подробнее у коллег на стендах все узнать, посмотреть. Для супервайзеров. По доставке разнообразие велико. Опять же, от узкоспециализированных там доставка конкретной
той же мясной продукции до такой кроссплатформенной истории для нескольких магазинов, ну, где скорость, там и мобильность. Любой бизнес требует учета, учета денег, понимание, чего сегодня происходит прямо сейчас, где бы вы ни находились в ваших магазинах, что происходит в ваших магазинах, где бы вы, как собственник, ни находились в данный момент. И такие универсальные решения для автоматизации бизнес-процессов и для доступа к отчетам оперативным также представлены в каталоге. Посмотрите, может быть, что-то для себя любопытное увидите. О лицензировании всего этого предложения. Если пользователи мобильного приложения – это сотрудники одного конкретного предприятия, и они используют это приложение для того, чтобы решать свои профессиональные задачи, нужно покупать лицензию на мобильные рабочие места. Цена, как нам кажется, весьма демократична. Приобретается через партнеров, и по мере увеличения масштабируемости своего бизнеса докупаете нужное количество лицензий, с удовольствием пользуетесь, и мы вами гордимся и радуемся вашим успехам. Если пользователи мобильного приложения – это клиенты, например, там, кто-то заказывает товары, это если покупатель интернет-магазина или какая-то там фокус-группа, которая, ну, ваши покупатели, с которыми вы общаетесь таким образом, ничего покупать не нужно. Пользователь решает профессиональные задачи, нужно покупать. Пользователь решает какие-то свои личные вопросы, не нужно покупать. Вот такая градация. Почему, еще один аргумент, почему на 1С есть смысл разрабатывать приложение, если у вас возникла такая задача? Стоимость приложения – это во многом стоимость разработки, времени программиста, который потратил свои там, часы, месяцы, недели жизни на создание решения. На 1С он это делает, создает приложение один раз и запускает его и на Android, и на iOS одновременно, и оно выглядит одинаково и там, и здесь. Языки, если вам нужно на нескольких языках, языки там русский, английский, испанский, немецкий и так далее, встроены. Скорость разработки значительно более высокая, поскольку это готовые модули, готовый конструктор, готовые справочники, из которых грамотный специалист собирает решения гораздо более быстро, чем там, писать просто на нативе. И эти мои слова подтверждает конкурс, который мы проводили среди студентов. Там первое место заняла девушка, которая учится в колледже. За 4 часа она создала в режиме хакатона вот, в соседнем здании готовые работоспособные приложения. Ну, ребята, которые заняли второе, третье место, они, в общем, тоже большие молодцы. То есть под силу оказалось даже не супердорогому программисту, а интересующемуся молодому человеку, в данном случае девочке. На сайта mobile1s.ru можно перейти на YouTube, где собраны разные видеоматериалы про 1С Mobile, в том числе получасовой мастер-класс по мобильной разработке. Рекомендую посмотреть, там все очень так понятно, спокойно, разжевано, показано, как создается приложение за полчаса. И если этого недостаточно, есть курсы в 1С учебном центре, есть учебники. И, собственно, есть партнеры, которые на этом специализируются и готовы создать решение.